Наступившая неделя обещает быть снежной. Как сообщили в Оренбургском гидрометцентре, сегодняшняя ночь будет самой холодной. Температура опустится до 20 градусов мороза. Но уже со вторника к нам придет потепление. К середине недели ночные температуры будут составлять уже минус 10, минус 15 градусов, а дневные температуры минус 3, 8 градусов. И в самом конце недели, когда уже начнется выпадение осадков, будет усиливаться южный и юго-западный ветер до порывистого. Порывы могут достигать 12-17 метров в секунду. Местами будет отмечаться метели. И в это время температуры воздуха уже будут составлять в ночные часы в пределах минус 3, минус 8 градусов, а дневные температуры будут составлять от 0 до минус 5 градусов. На следующей неделе ожидаются плюсовые температуры. В общем, метеозависимым с такими колебаниями будет непросто.